Ребята, всем привет! По просьбе подписчиков хочу показать вам, как установить веб-камеру в качестве видеонаблюдения. Для этого нам понадобится скачать программу ISP. Можете, в принципе, и любую другую. Но мне лет 5 я примерно пользуюсь этой программой. Она постоянно обновляется. Мне она больше всего подошла. Не знаю, как вам, есть там масса других, я много перебрал. Но мне понравилось это. Она бесплатная, там, по-моему, ограничено только число камер. Я вот не знаю, ну давайте сейчас. Может, тут что-то пишется? То есть вот ссылка на сайт. Так, бесплатная. Она, по-моему, вообще уже бесплатная. Там только, наверное, теперь платите, если будете через интернет доступ к камерам, да, осуществлять. Ну, не буду врать. Кому надо, почитайте. Значит, теперь смотрите, скачиваем. Загрузить ISP. Последняя версия. Вот 32-битная или 64-я. То есть, это вы в курсе, смотря какая у вас стоит Windows, да? Скольки разрядная. У меня 64 разряда, поэтому я скачал 64 разряда. С этим понятно. Где найти программу, вопросов не будет, да? Yes. Что тут у нас еще интересного? Тут еще плагины есть. Плагины. Кстати, а что там? Что-то в плагинах может быть интересное. Дополнительные функции. Ух ты, смотрите. Распознавание номерных знаков можно добавить. И лиц. И многое другое. Но я вот честно скажу, я с этим еще не пробовал работать. Может быть, вы попробуете, у меня времени нету. И напишите в комментариях, как эта вещь работает. И платна она или, не, или бесплатно, не знаю. Все, будем считать, что вы установили программу. Поехали. Так, где она у меня? Вот она, программа. Смотрите, сейчас у меня нет ни одной камеры. То есть вопрос моих зрителей, наверное, заключался в том, что не знают, как подсоединить камеру, да, сюда. Как устройство зацепить в этой программе. То есть я перед этим же показывал, было не раз видео, как я у себя видеонаблюдение осуществляю. У меня есть аналоговая камера, черно-белая, напомню. Вот, она стоит на крыше дома, смотрит ветровое окно. Она работает через TV-тюнер. TV-тюнер может быть как встроенный, так и USB. У меня сейчас USB. Киберполиция, которые забрали у меня компьютеры, там был встроенный TV-тюнер. Они вместе с ним забрали. Надеюсь, еще вернут. Ну, хотя уже 4 месяца прошло. Так, ушел от темы. Ну их. Так, дальше, смотрите. Как нам теперь... Программу запустили, все. То есть, вот она уже. Все, в принципе, в ней есть. Она мне понравилась тем, что она сразу находит камеры. В других программах я перепробовал разные, говорю. Там или глюки какие-то были. USB видела камеру. Ну, вебку обычную. А не видела через TV-тюнер или наоборот. В общем, куча была всяких проблем. Значит, смотрите, что мы набираем. Первое, нажимаем добавить. Ну, давайте выберем веб-камеру. Тут видите, можно всего добавлять сколько. И IP-камеры можно. То есть программа профессиональная, работает очень классно. Набираем веб-камеру. Значит, давайте сейчас выберем просто USB, обычную вебку. Вот у меня в списке, смотрите. Я на вот эту аналоговую пишу, то есть на вот это USB видеоустройство тоже вебка сейчас. Две вебки у меня подключено и TV-тюнер. Вот видите, три устройства. На вот эту я бандикамом пишу сейчас звук. Просто тут классный микрофон, дорогая такая вебка, хорошая. И у нее очень классный звук. То есть мы ее сейчас не можем выбрать, иначе бандикам у нас заглючит. Выбираем вторую вебку, я подкинул. Так, что за фирма? Logitech, по-моему. Ну, неважно. Выбираем ее. Окей, можно пока нажать. Все настройки остальные мы потом сделаем. И вот смотрите. Видите, вот эта вебка. Вот я вам помахаю. Сейчас покажу себя. Вот побрился. Видите, уже отрос. Смотрите, патлы какие. Надо уже заново бриться. Так, всем привет. Значит, смотрите. На карбюратор, на вот этот. От станции. Дальше у меня руки не дошли. Все собрал в станции, но
газовый труб, трубку газовую надо. Так, ладно, опять я от темы ухожу. Вот мы видим с вами эту камерку. Так, давайте нажмем готово. Вот она у нас, пожалуйста. Мы можем таскать в любое окно. Теперь давайте еще одну камеру добавим. Та, которая на улице у меня смотрит. Вот можем просто правой кнопкой на пустом месте. Можем здесь кнопку в левом углу добавить. Тоже веб-камеру выбираем, потому что у меня она как USB-устройство сейчас. То есть она у нас видеоматы, по-моему, вот этот у меня TV-тюнер называется. Окей. Тоже давайте готово выберем. Все, видите, мы зацепили с вами две камеры. Можно и больше. Сейчас мы настроим размерчик. Допустим, пока вот такие, да? Две камеры. Можем и третью, и четвертую. То есть я не знаю, сколько можно всего камер подцепить. Это вы уже сами будете смотреть. Так, пропорции не нарушаются? Нет. Теперь смотрите, мне надо, допустим, ну с этим понятно, да? Как камеру легко установить, то есть все просто, элементарно просто. Теперь нам надо, смотрите, что в этой программе мне нравится. Вот она сейчас будет срабатывать у меня. Запись сейчас не идет. В кэш постоянно идет запись, но она не сохраняется. Я почему объясню, мне еще нравится эта программа. Потому что она постоянно кэширует. И если, например, в зоне появится объект, сработает запись, то нам из кэша вытянет предыдущие там 2-3 минуты, сколько мы там поставим. И мы увидим не тогда, когда объект уже появился у нас прямо перед мордой, а еще до того, как он совершил преступление тем, что он прошел мимо. Ну вы поняли, да, чем классна эта программа? Она, правда, процессор грузит. А ну сколько сейчас? Видите? То есть на плохих компьютерах, на стареньких, будет тормозить. Так что на нетбуке на моем, в принципе, двухъядерный там, ну как бы справляется, но не очень в хорошем качестве, если выбираешь. То есть тоже подумайте над этим. Поехали. Давайте настроим зону срабатывания. Правой кнопкой. Правка. И здесь давайте выберем. Кстати, здесь можно выбрать дополнительные настройки камеры. То есть вот у меня эта камера немножко, она слишком ярко, черно-белая вот это смотрит. Мне вот это надо все время яркость убирать до конца. Вот видите, как классно теперь. Но вот какой-то глюк в этой программе, и это же самая последняя версия сейчас у меня. А я ей уже пользуюсь лет 5, то есть и старые у меня были версии. У них один вот это одна проблема. Она почему-то не помнит потом вот эти настройки, которые я сделал. Вот этот усилитель я яркости убрал до конца влево. Она не запоминает. Ну, я так понимаю, это, скорее всего, вот это окошко сейчас всплыло. Это камеры. Потому что на разных производителях тут разное окошко выскакивает. На разных камерах. Поэтому эта программа и не запоминает. То есть, как решить этот глюк, я не знаю. Ну, приходится вначале, когда запустил программу, то приходится корректировать. Но если не выключать компьютер, не надо будет этого делать. Теперь смотрите, мне вот тут нравится обнаружение движения. Во-первых, я чувствительно сделаю. Очень чувствительной. Там 0,8 вот так я ставлю. То есть она будет чувствовать любое движение. И теперь зоны. Вот если здесь, сейчас внизу. Вот видите, люк у меня сливной ямы. Вот тут кот бегает, допустим. Мася бегает или Барсик. Или кто-то из наших тут проходит. И будет постоянно срабатывать запись. А нам, допустим, этого не надо. А мы хотим только, когда к калитке кто-то подойдет или по дороге пойдет. Выделяем. Левой кнопкой нажали и тянем. Вот видите, кубик такой. Можем его перетаскивать. Это зона срабатывания. Вот сейчас вот этот дядька попадет в эту зону. Смотрите. Пумс. И пошла запись этого события. Поняли? То есть можно вот так натыкать вот таких зон. Можно менять их, видите? Любые движения в этих кубиках. И все. И у вас будет идти запись. Ну, примерно вот так. Ну, вот тут еще, допустим. Все.
Готово. То есть вот только здесь сейчас будет какое-то движение, у нас пойдет запись. Эту запись можно потом просмотреть будет. Вот видите, 20.12.2017. Вот пошла запись уже. По правой кнопкой мы можем по умолчанию плеером просмотреть. Вот видите. Ну, качество можно тоже в настройках здесь. Опять же, правой кнопкой, правка, запись. Тут много всяких вкладок. Выбираете формат. Выбираем качество, допустим, давайте максимально. С этим тоже, я думаю, у вас проблем не возникнет и вопросов тоже. Поклацайте, попробуйте. Так, буфер. Я хочу сейчас из буфера пускай 2 секунды хватает. То есть вот то, что я вам говорил. Будет здесь какое-то движение, но в записи будет. И перед этим 2 минуты, что было перед этим. Поняли? Вот такая классная тут штука. Так, ну и с этой камеры. Тут, кстати, цветная, да? Приятно работать. Вот она. 2 раза, видите, можете клацать. Будет переходить на весь экран вам программы. Жалко, на весь экран компьютера не получается сделать. Почему-то только вот так вот. Ну да ладно. Так, давайте здесь настроим вебку нашу. Так, что тут в дополнительных яркость тоже. Ну тут не надо, тут все хорошо. Что тут в параметрах? Тоже не надо. Так, обнаружение движения. Если ничего не сделаете, по умолчанию будет на всю картинку срабатывать. Если я зоны никакие не буду выделять. Вот, допустим, такое, да? Чувствительность такую. И давайте, вот смотрите, сейчас я рукой. Опа! Все. Видели, заморгало красным вот этот кружочек. То есть, окантовка этого окна. И пошла запись. Сейчас все успокоится. И здесь вот, видите, появилась запись. Правой кнопкой можем прийти домой. Ну, пришли, допустим, с работы и начали просматривать, что у вас тут творилось. С этим понятно, да? Так, а здесь же еще можно звук, по идее, писать, да? Так, стоп, а ну давайте зайдем в правку. А вот я не помню, где можно звук выбрать. Включить интервал. Обнаружение, уведомления. То есть уведомление даже может вам посылать, я так понял, через интернет. Действие, можно звук какой-то выбрать, чтобы пищало, если попалось там, если сработало. Так, ну а где же? Где же я звук видел? А, вот же звук. Модель камеры. Так. Вот здесь, чтобы глюка не получилась у нас бандикамом. Какой-то сейчас выберу. ISP Network. Так, IP Webcam. Не знаю. А вот же микрофон еще. Новый микрофон. Ребята, не помню, вот как со звуком. Сейчас. Аудиоустройство USB. И есть USB микрофон. Вот сейчас, чтобы... Это 2 же веб-камеры сейчас у меня. И у обоих есть микрофон. Чтобы с бандикама, чтобы сейчас не слетел звук, попробую. А ну раз. Раз, два, три. О, угадал. Вроде с бандикама не тронуло. Готово. Готово. Так, а ну давайте теперь попробуем, звук запишет или нет. Итак, поехали. Раз, два, три. О, оно даже по громкой записи, видели, включила запись. Раз, два, три. Раз, два, три, сейчас пишет, пишет, проверка, проверка. Помолчу, а то оно на звук срабатывает. Есть, ребята. А ну сейчас крикну громко. Раз, два, три. Раз, два, три. И сейчас не срабатывает. Не знаю. А ну прослушаем, что там получилось. Ура, готово. Ребята. Yes. Готово. Так, а ну давайте теперь попробуем, звук запишет или нет. Итак, поехали. Раз, два, три. О, оно даже по громкой записи. Видели, включилось. Все, видели? Все сработало. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть вы можете вот так вот поставить себе где-то эти вебки. Даже взять просто в окно.
если у вас машина стоит, автомобиль ваш возле припаркован возле дома, или в глазок какую-нибудь вебку встроить, кто к вам приходил. То есть в этот момент даже звуки видеть запишет, и вы сможете прослушать, что там без вас творилось. Ну вот такое видео небольшое, не буду его затягивать. В принципе, я так думаю, ну все разобрались элементарно, и любой, да, человек сможет это сделать, настроить это все. Все, ребята, всем пока. Ну, если что-то непонятно, напишите в комментариях.